Всем привет, ребята, с вами я, Racing Channel, и у меня сегодня на обзоре спиннер, Hand Spinner 3D Gradient. Модель спиннера, Hand Spinner 3D Gradient понравится любителям нестандартных дизайнерских решений. Данное изделие создано с 3D эффектом градиента. Во время вращения вся палитра цветов переливается и создает неповторимый объемный эффект. Спиннер цвета градиент понравится и взрослым, и детям. С таким виджетом для рук можно постоянно развивать мелкую моторику пальцев, что станет полезным навыком для всех. К тому же данное изделие позволяет оперативно снять стресс. Вращение в руке различных предметов можно назвать классической реакции на нервный срыв. С такой игрушкой пользователь начнет чувствовать себя гораздо лучше прежнего. Сегодня фиджет спиннер с раскраской градиент сложно назвать простой игрушкой. В США такие приспособления стали частью молодежной культуры, и ими пользуются в любом возрасте. Детям нравится яркий и вычурный дизайн, а взрослые находят умиротворение в процессе использования и избавляются от стресса. Так, особенности спиннера вот этого. Три оси вращения. Оригинальный дизайн с 3D градиентом. Сделан из качественного цинкового металла. Гибридный керамический подшипник. Продолжительность вращения от 3 до 6 минут. Самая нужная игрушка для офиса 2017 года по версии Forbes. Так, стоимость этого спиннера составляет 1200 рублей. Ну что ж, сейчас мы его покрутим, ребята. Под музло. Под музычку. Вот, блин, уехала камера. Прошу прощения. Так. Ну-ка, давайте-ка сейчас мы его... Ну вот, ребята, это был такой обзорчик на вот этот спиннер 3D градиент. Если он вам понравился, ставьте лайк, ребята, обязательно к этому ролику. И всем пока, ребят. И еще желаю вам
чего? Самого крепкого, как говорится, здоровья и всего самого лучшего вам, ребят. Всем пока!